мои видео, и из-за того, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете, если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях, я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, я все комментарии вижу, даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове. Мой город, это мой город Кишинев. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в далеком, не в далеком, в близком будущем вернуться и всех увидеть.